Президент Владимир Путин дал поручение министру МЧС России Александру Куренкову оформить документы для оказания помощи пострадавшим от наводнений в Приморье. Причем выплаты будут направлены как на финансовую помощь семьям, так и на восстановление дорог и других разрушенных объектов в городах и селах. Глава Приморья, который сейчас находится на севере края, ранее обсудил детали с руководителями федеральных ведомств. Могу сказать, что до этого у нас состоялись разговоры с министром финансов Российской Федерации Антоном Германовичем Силуановым о оказании мер поддержки, с министром Дальнего Востока Алексеем Чекунковым, с полномочным представителем Юрием Петровичем. Вот, все меры поддержки со стороны федерального центра после подсчета будут оказаны, и, безусловно, никто из людей не останется без внимания, без помощи. На местах работают административные комиссии, которые оперативно определяют сумму ущерба. Речь идет об адресной помощи. Федеральная поддержка краю остро необходима, отметил губернатор.